Всем привет! С вами Лена. Сегодня я расскажу о несложных фонах, которыми мы можем заполнить пустое пространство в иллюстрациях. Это будет топ-10 моих любимых фонов. На 10-м месте у меня фон сухой пастелью. Раскраски чай-кофе я его делала один раз полумесяц. Растирала сухую пастель и закрепляла лаком. Применяю очень редко. На 9-м месте просто гель с блестками. На белое пространство нанесен гель, распределен кисточкой. В раскраске Хёги фон раскрашен черным акрилом. Рамка сделана гелем с блестками. Рамки. Раскраски. Раскрас Хьюги Жизнь сделана вот такая рамка под цвет шарфа. Белое пространство по краям иллюстрации заполнено полосками. Раскраски Лисы. Белое пространство по краям рисунка заполнено полосками. Таинственный сад. Рамка сделана по краям полной иллюстрации, но не закрашена. Все, что внутри рамки, раскрашено цветными карандашами. Края рамки оставлены нераскрашенными. Рамка по краю иллюстрации сделана золотым акрилом. 7-й фон. Полоски. В Затерянном океане раскрашен узор по центру, по краям, по линейке этими же цветами сделаны полосы. Пространство уже не смотрится пустым. В таинственном саду. Полоски сделаны в форме обоев золотым акрилом. И точно так же узор по центру, полоски по краям рисунка. Мы переходим к акварели. Акварельные подтеки. На иллюстрации с кофейными чашечками. Необходимо капнуть большие капли и раздувать в трубочку. Получаются такие подтеки. Мой самый любимый фон. Акварельные капли, брызги. Я его делаю широкой кисточкой. В раскраске Лисы. Примерно к такому же виду фона можно отнести точки фломастером. Таким способом можно заполнять пространство между узорами. Следующий пункт. Трафареты. При помощи вот такого пластикового трафарета с кругами я делала фон гелевой ручкой вот этому милашке. Трафаретом с кирпичиками и сухой пастелью
Я делала фон вот этой лисички. Также через такой трафарет можно делать кирпичную стену акрилом. Я делаю с помощью губки. Трафаретом письмом я делала фон в раскраске «Зачарованный лес». Также акрилом. Перейдем к двум самым экспериментальным видам фонов. В раскраске «Чай-кофе» я тонировала листы пищевым красителем. Тонировала вот этот разворот. И затонировалась оборотная сторона. И тонирование страниц чаем. Я тонировала иллюстрации в раскраске «Чай-кофе». Также тонирована одна страница и оборотная сторона. В «Затерянном океане» я тонировала разворот с акулами. Также затонировались оборотные стороны. Здесь закрашено золотой акварелью. Эта страница раскрашена цветными карандашами. Давайте затонируем вместе разворот в раскраске «Мир цветов» Джоанны Бесфорд. Нам понадобятся пакеты прикладывать страницы, чай, губка. Оторву два пакета, чтобы с обеих сторон проложить иллюстрацию и не запачкать оставшиеся иллюстрации книги. Удобнее взять широкие пакеты. Важно как можно ближе проложить корешку, чтобы не протекало в прошивке. Набираю чай губкой и наношу на лист, как будто бы крашу. Делаю так по всей поверхности листа. Это будет первый слой тонировки. Чем больше слоев чая мы сделаем, тем темнее будет бумага. Набираю чай и выжимаю на лист. Получаются лужи. Они потом красиво высохнут. Из корешка убираю лишний чай губкой. Он может протечь на иллюстрации, которые мы не тонируем. Можно капать капли и делать лужи там, где вам хочется. Они потом красиво высохнут. Можно затемнить края. Когда чай высохнет, мне нравится, какой эффект получится. Красивый крафтовый цвет. Оставлю разворот высыхать. Хочу показать вам, что получилось. Вот так затонировался разворот. Края красиво затемнены. Оборотная сторона протекла не очень сильно. Но тоже получилась красивая рамка. Мои фоны простые, несложные. Их сможет повторить даже новичок. Попробуйте тоже затонировать иллюстрации чаем. Используйте мои фоны в своих раскрасках. Желаю вам вдохновения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Пока!